Так, Юпитер со спутниками. 25 июля 2020 год, Харьков. Сейчас время чуть попозже скажу. Наведусь. Через дымбу, но... Так, отошел. Ветер, ничего не сделал, ветер шатает. И камеру, и штатив, ветром это сложно назвать. Даже комаров с курса не сбивает. Но малейшего дуновения уже хватает. Чтобы испортить нам всю красотень. Яблочко. Ну, в общем, чем чаще снимаешь, тем больше шансов дождаться хороших условий погодных. А облака такие есть, бах, разошлись, так тоже бывает. Но не сегодня. Комарчики. А, ну он прямо натурально в облако заходит сейчас, Юпитер. Отошел в сторону Сатурна. А, он уже Сатурн, вижу. Пытается сквозь облачка прорезаться. Полос не видно, наверное, да? Ладно, пока они там из облаков будут выцарапываться, посмотрим на другую красотень. Летаем на Луну. Фух, отошел в сторону, все дрожания. Это, к сожалению, ветерок. Это с такой скоростью движется Луна вокруг Земли, или Земля вращается, но тут движение складывается. Получается космическое танго. Представляешь, руками держать, это меньше дрожит, чем от ветра. О, птички на Луне полетели. На фоне Луны, конечно. Не выдумывайте в комментариях всяких.
луноптиц, луноходов. Луноходы можно, лунолеты пока еще не сделаны. Да, ну птицы на фоне луны пролетающие, конечно, смотрятся знатно. Только сказал. Да, при таком ветре, конечно, с такими увеличениями лучше не снимать, мозг себе не выносить. Ветерок все сильнее, терзают меня смутные сомнения, что сейчас я отправлюсь по домам до очень непогодных условий. Ой, да, там вообще такие Сатурну не дают вырваться из цепких когтей. Серых, как солдатские матрасы облаков. Вон он наш. Сатурн. Давеча снимал его в оппозиции, когда он был на ближайшем расстоянии к Земле. Ну, давай мы тебя хоть зафиксируем. Ужас, конечно, как ветер нам мешает. Но натурально лучше держать камеру. Пробую, как всегда, безуспешно улучшить резкость. Ну, такое пыльца какая-то, кашляется. Ладно, не буду мучать ни себя, ни технику. Еще разок Юпитер, еще разок Луну. И по домам, блядь, лучше погоды. Луна прирастает с каждым днем. И это хорошо. Вообще хорошо, что Луна появилась как такая, да. Такого знатного объекта для съемки на небе нет. В новолуние совсем становится неякого. Ну что, сейчас бы оставить, вот я спутник Юпитера взял. Сейчас первый идет Ганимед впереди. Сейчас за ним влезает Европа, потом Ио возле самого Юпитера. Ребят, трясет ветер, не судите строго. Потом Юпитер вижу в окуляре, даже полосы на нем вижу в окуляре. И Каллисто уже слева от Юпитера. Просто в комментариях громче говорит, а тут дышать боишься, чтобы не сбить прицел. Натурально, 620 миллионов километров до Юпитера, 1 миллиард 345 до Сатурна. Представляешь, какое любое касание, дрожание, какой угол получается, вылетает из кадра просто на сотни тысяч километров снимаемый объект моментально. Из-за того, что рядом пролетающий комар чихнул. Конечно, какие-то... Ну, а как ты студийные съемки установишь?
по балкону хожу, снимаю, когда с балкона, и то трясет. Дрожание пола под ногами передается на камеру так, что ого-го. Ну как тут? И головокружение может вызвать, это такое дрожание кадра. Ужас какой-то. Ну, в общем, чем хорош YouTube, как только что-то не устраивает, выключил и забыл. Переключился на другой канал. И на здоровье. Классный кратер, мне нравится, сейчас на него наведусь. Велосипедисты едут по домам, ну, в общем-то, и мне, наверное, лучше уже собираться, лучше не будет. Ветер стихать не собирается, как-то даже наоборот. Сатурн есть, Юпитер есть, Луна есть. 21.05 по Киеву, 25 июля 2020 год, Харьков. Комету уже снимать не буду. Даже от немецкого кладбища сегодня пытался ее найти. На фотографиях с высокой выдержкой уже все. Не обнаружил. На власть наша.